общероссийская премия Зубова, премия, выросшая из маленького подмосковного города. Замечательные, необыкновенные у нас люди. Люди, на которых, собственно, все и держится, и благодаря которым и произошло это рождение. Премия имени Евгения Зубова вручается за различные достижения в сфере литературы и большой вклад в культурную жизнь муниципалитета. Награда была учреждена в Ленинском округе, но ее активно поддерживают представители других муниципальных образований. Для поэта очень важно признание. Признание не только своих читателей, но и признание своих коллег, да, собратьев по перу. А именно мы решаем, да, комиссии по присуждению этой премии смотрят каждый год, у кого вышли какие книги, кто как занимался творчеством в этот год. И выбираем самых-самых достойных, самых лучших. Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов и секретарь Союза писателей России Сергей Берсенев выступили на Зубовской премии в роли жюри. Особенно высоко оценивались работы авторов, пишущих о красоте родного края. Сам Зубов был настоящим русским поэтом. Находясь в глубинке, он описывал красоты глубинки, именно то место, где он живет. Мы должны воспевать родной край. Не какие-то там заморские там вот эти красоты, которые нам чужды, а именно родной край, поднимать вот это вот все, наши истоки, наши традиции. Одним из лауреатов премии стала Мария Моцарь. Много лет она стремилась получить Зубовскую премию, но не могла, поскольку была прописана в другом городе. В 2023 году Зубовская премия обрела статус всероссийской, что позволило поэту принять в ней участие. Я сама живу в Горках Ленинских, давно живу, но прописана в Москве. И поэтому мне все дорого, родное мое Подмосковье, где я живу 35 лет. Теперь вот я получила премию. 8 новых лауреатов стали обладателями Зубовской премии, которая была учреждена в честь нашего земляка, поэта из деревни Мисайлова Евгения Петровича Зубова. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.